Камила, у тебя минута на сбор и завтрак. Тита, развязывай сестру и спускайся в кухню. Пап, поможешь? Нет, я занят. Не двигайся, трусиха. Хорошо. Отвали от меня, наконец! Заткнись, заткнись! Я должна вам кое-что сказать. Дорогая, ничего не слышно? А ну, замолчали! Я еду на 10 дней на Кубу с тетей Катериной. А мы с кем останемся? С папой. С папой? Нет! Ну, хватит. Ты еще не понял, что попал в ад. Тебе одному не справиться с тремя детьми сразу. Дело в том, что родитель остается до тех пор, пока ребенку не станет комфортно. Я пойду? Нет. У него не получается, мама. Высуши волосы и пошли. Ему непросто. К тому же он работает. Я очень надеюсь, что ты не расслабился. Нет, ну что вы, нисколько. На помощь! Тито! Тито! О, боже! Мы играли в засаду. Веселитесь там. Завидую. На детях сидит отлично. Но у вас рот больше. Примерьте. Отлично. Да. Знаете, что ваши дети говорят о вас? Нет. На помощь! Карла, мне вернуться? У тебя выросли зубы? Нет, я просто сменил стрижку, и мое лицо кажется немного длиннее.